Всем привет! Наконец-то я на Оке. Не удалось мне выбраться по первому льду, потому что сначала морозы были не сильные, лед не стал еще. Потом заболел я, проболел. Сейчас появилась возможность, и я выехал на речку. Сейчас мы с вами спустимся на лед и попробуем половить рыбу. Лед уже стал по всей реке, но уровень воды опять поднялся. Вот смотрите, у берега здесь вода. Кто-то провалился. Как уйти? Не знаю. Вот я смотрю, здесь кто-то наступал. И такие следы проваленные. Но это у самого берега. Вот дальше нормальный лед. Я думаю, если перешагнуть, то там будет нормально. Сейчас попробуем. Опа. Да, все в порядке. Я на льду. Первый этап преодолен. Теперь осталось только найти рыбу и ее поймать. Сегодня выходной, суббота. Народ присутствует. Не очень много, но все-таки есть. Так, сейчас разберем бур. Я его, в принципе, в этом году уже пробовал. Сверлят. Отлично, ножи у меня с прошлого года, свеженькие еще, хорошие. Так, сейчас засверлимся. Сверлил лунок штук 10, наверное. Лед очень хороший, не менее 10 сантиметров, а то и больше. Я сегодня без пешни, но река — это такое опасное место, потому что есть места с быстрым течением, а там подальше видно, открытая вода, промоина. Но туда я не буду ходить, в основном там, где уже кто-то прошел, или там, где знаю, где нет быстрого течения. Ну а теперь попробуем половить что-нибудь. По традиции рыбалку на Оке я начинаю с калужского шарика. Кто первый раз смотрит, можете посмотреть на моем канале описание этой снасти. Ссылку дам в описании к этому видео внизу, можете посмотреть. Шарик у меня около 1 грамма, 0,9 по-моему. И в этот раз я повесил сюда бусину такой белый. Обычно я опарыша или чернобыльника подсаживаю. Но сейчас попробую с бусиной. Но если не зайдет, тогда подсажу опарыша. Он у меня есть тоже. Так, но самое главное — это найти подходящие условия. А это примерно глубина от 1,5 до 3 метров и умеренное течение. Такое, которое не будет уносить шарик сильно, но чуть-чуть должно подтягивать. Это активизирует клев. Так, сейчас попробуем. Так, на первой лунке пусто. Попробую на другой. Попробовал на шарик половить, уже, наверное, больше чем полчаса ловлю, ни одной поклевки. Вот здесь вот этой лунки течения практически нет. Попробую на маленький гвоздик здесь половить, потому что что-то надо менять, потому что так останусь без поклевок.
Может быть, конечно, здесь вообще рыбы нет, но проверить надо. Шарик уберу, достану удочку. Да. Достал удочку с гвозди-шариком. Проверено. У меня на него везде хорошо клевало. И здесь на оке и на водохранилищах. В этом году я уже поймал на нее и плотву, и окуня, подлещика. Ну, проверим, как здесь будет и сегодня на него клевать. Гвоздик у меня 0,5 граммов. Главное, чтобы его не унесло течение. Сейчас посмотрим. Здесь вроде течения почти нет. Есть очень слабое. Тишина, как в ванной. Ну что я могу сказать, отловил на первом месте уже почти час, наверное, 40 минут с лишним, ни одной поклевки. Пробовал и глубже, и мельче, и на шарик, и на гвоздик, с подсадкой, и без подсадки. Тишина. Настроение начинает портиться. Но сдаваться не буду, надежда еще есть, пойду искать рыбу дальше. Странно, вот на этом месте, где я сейчас пробовал, обычно рыбка присутствует. Сейчас вообще никакой, ни мелкой, ни крупной. Тишина. Может, перемена погоды так повлияла, придавила рыбу. Может, другая причина. Да я смотрю, рыбаки все сидят на глубине, ловят на течение. У берега вообще никого. Прошел вверх по течению и пришел на место, где у меня густерка поклевала. Ну, надеюсь, что хоть густера поклюет. Вот смотрите, рыбак поставил жерлицу, и она сработала. Интересно, вытащит что-то или нет. Похоже, ложное срабатывание. Похоже на ёршик. Так и есть. Ёршина. Какой-то длинный, слюнявый. О, первая рыбка сегодня. Да. Не ожидал я, что так плохо будет клевать. Кого-то зацепил. Самая глубокая лунка. Здесь кто-то живет. Сейчас посмотрим. Ёршик. Это ёршик. Я надеялся все-таки на белую рыбку какую-то. Эх. Да, белая рыба не берет.
В общем, что, друзья, получается? Получается почти полный пролет. Уже половина рыбалки, считай, прошла. Ну да, уже второй час. Кроме штук 5-5 ёршиков, я ничего больше не поймал. Ни одной белой рыбы. Пробовал на разной снасти. Ну, правда, это я вот все вдоль берега. Ну, сейчас вот, может быть, такой вариант. Вот, отошел от берега подальше, и здесь глубина побольше. Здесь метров 5. И попробую здесь найти подлещик или еще чего-то. В общем, сейчас насверлю лунок с эхолотом, посмотрю. И, наверное, на чертика попробую. Ну, вот такой вариант. А больше даже не знаю, что еще попробовать. Народ сидит на глубине, ловит на течении там белую рыбу, на донке там всякие вертолеты. У берега никого. Один я дурак. Поэтому попробую здесь поглубже. Может быть, здесь что-то поймаю. А то так совсем грустно становится. Сейчас достану эхолот и посмотрю, есть ли там рыба или нет. Правда, эхолот бывает, что и врет, но часто и нормально показывает. Если рыбы много, то, как правило, видно ее. Так, поставим батареечку и проверим. Глубина-то, ну да, так и есть, 5 метров глубина, метров 5. Так, что нам показывает? О, показывает, что есть рыба какая-то. Да, какой-то слой рыбы на дном плывет прямо у дна. Да, вот они, точки, бугорчики. Можно попробовать половить. Так, достал паровоз из двух чертиков. Общий вес 1,5 грамма. Сейчас на него попробую. Не понял. На дно опустил и какое-то шевеление. Да? Оп, есть! Ну какая-то совсем шелупонь. Может, даже ёршик. Да, так и есть ёршик. Блин. Даже на чертика ёршик клюет, а? Офигеть. Вот такой черт здоровый. И такой вот слюнявый мелкий ёршик. Сегодня ерши у меня рыба дня. Больше ничего не клюет. Эх. Но надежда еще есть. Еще пару часиков можно половить. Может, на бреду на рыбку. Очень хочется. В общем, одна из последних попыток что-то поймать сегодня нормальное. Эхолот кажет что-то под лункой. Даже много рыбы кажет. Но, скорее всего, это какая-то совсем мелкая рыба. В общем, не знаю. Не клюет, короче, ни на что. Я ее пробую и на паровоз, на чертиков поймать, и на другие снасти.
и ни одной поклевки. Не, ну ёршики иногда поклевывают и все. Кроме ершей что-то ничего. Есть. Наконец-то зацепил что-то. Так, сейчас попробую вытащить. У меня паровоз, поэтому может верхний чертик цепляться за лунку. Рыбка такая не совсем мелкая. Даже сопротивляется. Так, он как раз за верхний и зацепился. О, ух ты, чуть не убежал. Пришлось руку засунуть. Лунку. Вот смотрите. Вот наконец-то первая рыбка сегодня нормальная. Похоже на подлещик. Может, густерка. По форме тела такой на густерку похоже. Ну какая-то не яркая совсем, как подлещик. Фух, удалось уговорить наконец-то первую более-менее такую среднюю рыбку. И на паровоз. Взяла на верхнего чертика, то есть очень высоко. Все-таки холод не обманывал. Он показывал, что рыба стоит над дном такими слоями. Там полметра, метр, два метра. И вот она, видимо, там и стоит. Надо только подобрать какой-нибудь ключик. Так, ну что ж. Хорошо, все-таки путем длительных подборов и уговоров одну рыбку нормальную поймал. Попробую еще поймать. Перчатку намочил, поэтому, наверное, сниму ее. От мокрой толку никакого. Вот, друзья, вроде рыбка такая небольшая, но как же я рад был, когда я ее поймал, потому что сегодня, ну, вообще, ну, не клевала рыба совсем. И вот все-таки знаю, что там есть рыба. Ну и холод показывал, по крайней мере. Удалось вот на чертика уговорить. Фух, вот такая красотка. Я сейчас в холод посмотрел, и после пойманной густеры здесь рыбы значительно меньше. Уже остатки такие. Поискал рядом и вот нашел эту стаю. Она постепенно смещается. То была она вот там левее, потом вот здесь, сейчас правее. Так что сейчас вот если не будет больше поклевок, пойду за стаей, за стайкой. Буду пробовать ее там ловить. Блин, что-то я даже не запомнил, на какую проводку-то я поймал эту рыбку. Так, ну что, сейчас еще на более мелкую чертик попробую. Если нет, ну тогда все, собираюсь. Пойду домой. Снег с дождем пошел, как и обещали. Да. Сегодня, конечно, я пролетел. В общем, друзья, я сегодня пролетел по полной. Давно у меня такой неудачной рыбалки не было. Ну, что делать? Бывают вот такие дни. От позора ушел вот такой рыбкой неплохой одной. Но поскольку она одна, что с ней с одной делать, возиться неохота, я ее отпущу. Так, отпустим. Пускай подрастает. Вот, в общем,
пытался сегодня ловить своим любимым способом, это вдоль берега. На калужский шарик, гвозди, шарик, в общем, что только не перепробовал. Кроме там ершей, штук 5 поймал, больше вообще ни одной поклевки. Только вот уже в конце рыбалки решил попробовать на глубине на чертика. Нашел с помощью эхолота стаю, где вот она перемещается. Но какая-то она не берущая совсем. Тоже там ершики поклевывали, вот только одну удалось зацепить. Больше поклевок не было. Сейчас уже темнеет, так что поэтому я собираюсь. Что характерно, сегодня берега, кроме меня, никто и не ловил. Видимо, рыба там не клюет. Весь народ сидит на глубине, ловит на донке, на течении. Ну, попадается тоже белая рыба, но тоже не особо активно. Так что, видимо, все-таки погода сказалась. Но всегда найдется причина. В общем, вот такая рыбалка получилась сегодня. Надеюсь, что в другой раз будет лучше. А я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока.